Подсчитать будущие доходы и расходы и утвердить сбалансированный бюджет. Сегодня на очередной сессии депутаты Государственного совета внесли поправки в бюджет Чувашии на 2018 год. Пополняется республиканская казна за счет налогов, акцизов на алкоголь, учитываются федеральные финансовые вливания. Итого, по уточненному законопроекту, бюджет Чувашии на этот год увеличивается на 3 миллиарда 255 миллионов рублей. По сравнению с первоначально утвержденными параметрами, доходы увеличиваются на 7,6%. Собственные доходы увеличиваются на 463,9 миллионов и составят, с учетом уточнения, 27 миллиардов 517 миллионов рублей, что на 3% выше уровня прошлого года. Расходы тоже растут. Так, на строительство и ремонт дорог уйдет 5 миллиардов 42 миллиона. Требует больших денежных вложений и ЖКХ. Сумму уточнили на 585 миллионов, и она составила почти 1,5 миллиарда рублей. 125 миллионов направляется на строительство 3 блочно-модульных котельных в городе Шумерля, 80 миллионов строительство 2 блочно-модульных котельных на территории города Козловка, 411,2 миллиона реконструкция канализационных очистных сооружений и строительство инженерной инфраструктуры индустриального парка в городе Канаш. В 1,5 раза больше средств, чем в прошлом году, выделят на возведение детских садов в микрорайонах Соляное и Новый Город, а также строительство и реконструкцию школ в Цивильском, Маргаушском, Ядринском и Батыревском районах. С учетом распределения средств по всем областям, в том числе социальной сферы, здравоохранения, туризма, просчитан дефицит бюджета. Он планируется в объеме 1 миллиарда 240 миллионов рублей, а госдолг республики на 2018 год снижается на 185 миллионов. За 38, воздержались 2, против нет. Закон во втором чтении принят. Наше решение дает возможность быстро трансформировать всем получателям, которые предусмотрены при уточнении бюджета. Так нужно работать во благо людей Чувашии. Ирина Волкова, Елизавета Зайцева, Андрей Шоклев. Республика.